Молодой рыжеволосый человек небольшого роста. Именно так выглядел Владимир Ленин в свои 19-20 лет. Прежде чем воссоздать его облик, исследователи прочитали много книг воспоминаний его современников, чтобы как можно точнее передать облик будущего вождя мирового пролетариата. Портретное ростовое изображение Ленина из воска сделал мастер из Ставропольского края Виктор Шулепов. На создание образа ушло 2 месяца. Мастер старался учесть все детали – от цвета глаз до одежды. Косоворотка синего цвета, обязательно с поясом, простые брюки и ботинки. Именно в таком наряде молодой Владимир Ильич ходил дома. Может быть, не особенно такой вот красивый с современной точки зрения, но тем не менее человек с явно выраженной харизмой, который умел зажечь, увлечь собеседника, который как-то умел перетянуть даже своих оппозиционеров на свою сторону. Хочется экспозицию как-то оживить, насытить ее новыми экспонатами, новыми артефактами для того, чтобы создать эффект присутствия, так называемый музейный эффект. Вот поэтому мы и решили создать это портретное ростовое изображение. Материал, из которого сделана копия Ленина, довольно капризный, поэтому в комнате приглушенный свет и отключено отопление. Выглядит фигура вполне правдоподобно. Убедиться в этом могут все желающие. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, «События».